Привет, прогрессивные друзья. Это исследователь. Увидел вот такой алкоголь, вроде джинтоника. Купил, стоит дофигища. Там около 100 рублей, была какая-то скидка. Получилось 70-80 рублей. Такая бутылочка прикольная. Красочкой напечатана. Написано, что коктейль самый популярный. На самом деле, вот состав можете сейчас посмотреть. Виноматериал. То есть мегассаниновая, ссаная, говневая винишка. Даже не винишка, а виноматериал. Так. Ну и все. Так что можете купить просто вина шардоне выпить, а эта фигнюха 100 рублей, 300 грамм, там можете купить бутылка 700 грамм, 100 рублей или 200 она стоит, такое дешевенькое. Вот, никчемная наклеечка, которая нафиг не нужна, только цену удорожает. Вот такой вот алкоголь, бухлишка. Он не самый, конечно, отвратительный, но не стоит его покупать. Ну, только если деньги девать некуда. Или бабу какую-нибудь надо споить. Можете купить. На этом все. Пока, ребята. Слава прогрессу. Слава мне. Подписывайтесь, ставьте уведомления, и вы будете в раю уже прямо сейчас.